Целью визита высокопоставленных сотрудников Департамента жилищного строительства и городского развития из Китая стало как знакомство с опытом управления Ленинским районом, так и поиск возможных проектов для инвестиций. Последние два десятилетия провинция Хэнань активно развивается, и в данный момент она занимает 5-е место по величине экономики в Китае. Площадь провинции Хэнань более 150 тысяч квадратных метров. Поэтому важная тема для нас – это строительство дорог. Кроме того, население провинции – это почти 100 миллионов человек. Поэтому жилищное строительство у нас ведется ускоренными темпами, и мы рады любому сотрудничеству. Интерес китайской стороны не случайен. Ленинский район является одним из лидеров среди муниципальных образований Московской области по привлечению инвестиций. А в период с 2017 по 2021 годы будет запущено 17 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 32 миллиардов рублей. Есть опыт сотрудничества и с инвесторами из Поднебесной. Осенью 2016 года было подписано соглашение о создании совместного российско-китайского предприятия по выпуску высокоточных станков и обрабатывающих центров, которое расположится на одной из промышленных площадок Ленинского района. И на этой встрече глава муниципалитета представил зарубежным гостям несколько новых проектов, которые могли бы быть привлекательны для китайских инвесторов. Многие из них вызвали живой интерес членов делегации. Я готов вместе со своими коллегами из правительства области сформировать предложение и направить его в кратчайшие сроки для того, чтобы можно было бы рассмотреть партнерам о возможном участии в инфраструктурных проектах. По итогам встречи глава муниципалитета дал задание заместителю главы администрации Сергею Куканову подготовить пакет предложений по инвестиционным проектам, которые заинтересовали представителей Китая. Прежде всего, это касается строительства дорог, освоения нескольких технологических площадок и развития инфраструктуры Ленинского района.